Не сейчас, капитан. Ставьте заряды. Уничтожьте всю колонию. Никто не должен узнать, что мы были здесь. Чувствую неприятности. Бомбы! Наверное, их установили геты! Быстро! Мы должны найти их все и обезвредить! Thank you.
Думаю, все в порядке, капитан. Нормандия, маяк в безопасности. Это восхитительно! Действующая протеанская технология! Невероятно! Он так себя не вел, когда его только раскопали. Наверное, что-то его активировало. Вас поняли, Нормандия, ждем. Не трогайте его! Мы установили, что за корабль приземлился на Иден Прайм. А это Нормандия. Судно Альянса. Под командованием капитана Андерсена. Им удалось спасти колонию. А что маяк? Похоже, им воспользовался один из людей. Этого человека нужно уничтожить. Доктор Чаквас, по-моему, он просыпается. Мы волновались за вас, Шепард. Как самочувствие? Небольшой дискомфорт. Ничего серьезного.
Долго я был в отключке? Примерно 15 часов. Полагаю, это маяк так странно на вас повлиял. Это моя вина. Видимо, я активировала какое-то защитное поле, и вам пришлось бросаться мне на выручку. Вы не могли знать, что произойдет. Собственно, мы даже не знаем, в чем была причина, и, к сожалению, теперь уже и не выясним. Маяк взорвался. Может быть, перегрузка системы. От взрыва вы потеряли сознание. Мы с лейтенантом перенесли вас на корабль. Я ценю это. Физически вы в полном порядке, но я обнаружила необычную активность мозга, аномальные бета-волны. Также я отметила у вас больше быстрых движений глаз, обычных признаков интенсивного сновидения. Я видел... Не знаю, что точно я видел. Смерть. Разрушение. Все как-то нечетко. Надо будет включить это в рапорт. Возможно... О, капитан Андерсон! Как там ваш пациент, доктор? Все показатели в норме. Думаю, с капитаном все будет в порядке. Рад это слышать. Шепард, мне нужно поговорить с вами. Наедине. Слушаюсь, капитан. Если понадоблюсь, я буду в кают-компании. Похоже, капитан, вам порядком досталось при взрыве. Вы нормально себя чувствуете? Я не люблю, когда мои солдаты погибают. Смерть Дженкинса не ваша вина. Вы все сделали правильно, Шепард. Сержант Уильямс не член экипажа Нормандии. Я подумал, что такой боец, как она, может нам пригодиться. Она переведена на Нормандию. Уильямс хороший солдат. Она это заслужила. Лейтенант Оленко с вами согласен. Поэтому я и включил ее в нашу команду. Разведка облажалась, сэр. Мы не имели ни малейшего понятия о том, что нас ждет. Потому все пошло кувырком. Геты уже черт знает сколько не совались за пределы вуали, капитан. Их вообще никто не ждал. Вы сказали, что хотите поговорить наедине, капитан. Не буду юлить, Шепард. Положение не из лучших. Найлус погиб. Маяк уничтожен. Геты начали вторжение. Совет захочет задать нам ряд вопросов. Я не сделал ничего дурного, капитан. Надеюсь, совет это поймет. Я поддержу вас и ваш рапорт, Шепард. С моей точки зрения, вы, черт возьми, герой. Но я здесь не поэтому. Дело в том другом турианце, Сарене. Сарен, Спектр и один из лучших. Живая легенда, все дела. Но если он связался с гетами... Значит, он решил пойти своим путем. Спектр, отказавшийся подчиняться совету, это проблема. Сарен опасен, и он ненавидит людей. Он прилетел на Иден Прайм не потому, что ненавидит людей. Вы правы. Сарен связался с гетами. Я не знаю как. Я не знаю почему. Но это точно имеет какое-то отношение к маяку. Вы были там перед тем, как маяк сам уничтожился. Видели что-нибудь? Какой-нибудь намек на то, что искал там Сарен? Я потерял сознание, но до этого у меня было видение. Видение? Видение чего? Я видел синтетиков. Возможно, гетов. Они убивали. Жестоко, как мясники. Об этом нужно доложить совету, Шепард. Что мы им скажем? Что мне приснился страшный сон? Неизвестно, что за информация хранилась в маяке. Протеанские технологии,
А может, чертежи какого-нибудь оружия массового поражения? Что бы это ни было, теперь оно у Сарана. Но я знаю Сарана. Я знаю его репутацию, его методы. Он считает, что люди — паразиты космоса. Это нападение было актом войны. Он знает секрет маяка. У него целая армия гетов. И он не остановится, пока не истребит все человечество. Я найду способ помешать ему. Не так-то это просто. Он спектр. Летает куда хочет и делает, что хочет. Вот почему надо, чтобы совет был на нашей стороне. Мы докажем, что Сарен вышел из-под контроля, и совет лишит его статуса спектра. Я свяжусь с послом и постараюсь добиться аудиенции в совете. Надо будет с ним встретиться, как только доберемся до цитадели. Мы уже недалеко. Поднимайтесь на мостик, и пусть Джокер заводит корабль в док. Капитан. Я рада, что с вами все в порядке, капитан. После того, что случилось с Дженкинсом, экипажу не помешают хорошие новости. Дженкинс был ценным членом экипажа. Отчасти я виню себя в произошедшем. Если бы Дженкинс был жив, меня могло не быть здесь. Вы хороший солдат, Уильямс. Вы заслуживаете летать на Нормандии. Спасибо, капитан. Я это ценю. Там все было довольно сурово. Вы в порядке? Я не в первый раз вижу гибель друзей. Космопехи с этим сталкиваются. Но когда на твоих глазах гибнет все подразделение, к смертям гражданских тоже сложно привыкнуть. Но все могло быть гораздо хуже, если бы вы не пришли на выручку. Без вас мы бы не справились, Уильямс. Спасибо, капитан. Признаюсь, я немного нервничала из-за назначения на Нормандию. Приятно, когда тебя так хорошо принимают. Я думаю, вы впишетесь в команду, Уильямс. Спасибо, капитан. Да, капитан. Вам что-нибудь нужно? Как вы оказались на флоте Альянса? Пошла на службу сразу после мединститута. На Земле мне всегда казалось скучно. Там слишком безопасно. Я решила, что в колониях меня ждут нескончаемые экзотические приключения. Хотела летать среди звезд, лечить суровых солдат с пронзительным взглядом и чувственной душой. Но жизнь военного оказалась не столь романтичной, как думала. Но чтобы продолжить экспансию через Траверс, человечеству нужен Альянс,
а Альянсу всегда нужны хорошие медики. Так что я осталась и вношу свой вклад. Не думали, что ошиблись с выбором? Иногда подумываю вернуться на Землю и открыть частную практику, или, может, занять должность в каком-нибудь новом медцентре в колониях. Но в работе с солдатами есть что-то особенное. Если я уйду с флота, буду думать, будто я их предала. Что вы знаете о капитане Андерсоне? Я с ним иду уже не в первый рейс. Он знает, когда можно спустить все на тормозах, а когда стоит затянуть гайки. Экипажу известно, что он прошел многое из того, во что мы можем вляпаться. И что он заботится о людях под его командой. Вы хорошо знакомы с лейтенантом? До этой миссии я с ним не работала. Но у него впечатляющий послужной список. Больше дюжины особых благодарностей. Хотя он довольно замкнут. Возможно, из-за головных болей. Нелегко жить с L2. Как это связано? В наше время биотики в основном используют имплантаты L3. Лейтенанту Оленко вживили старую конфигурацию L2. Иногда с ней бывают осложнения. Какого рода осложнения? Тяжелые умственные нарушения, безумие, сильная физическая боль. Длинный список побочных эффектов. Кайдену повезло, он лишь страдает от мигреней. Мне нужно идти. До свидания, капитан. Рад, что вы целы, капитан. Когда будете готовы, ступайте к Джокеру. Пусть загонит Нормандию в док. Я рад, что вы в порядке, капитан. Потеря Дженкинса стала большим ударом для команды. Вы вовремя, капитан. Я как раз собрался заходить на цитадель. Смотрите, на что идут деньги налогоплательщиков. Смотрите, какой огромный! Путь предназначения. Флагман флота Цитадели. Размер — это не главное. Чего так беситесь, Джокер? Просто говорю, огневая мощь важнее. Глядите, какое чудище! Его главная пушка пробьет щиты любого корабля Альянса. Хорошо, что на нашей стороне. Цитадель главная. Я фрегат Нормандия. Запрашиваю посадку. Ждите разрешения, Нормандия. Посадка разрешена. Можете начинать заход. Переключаю вас на оператора Альянса. Вас понял. Конец связи. Нормандия, это диспетчерская Альянса. Следуйте к доку 422.
Это произвол! Совет вмешался бы, если бы геты напали на Турианскую колонию. Турианцы не колонизируют планеты на границе систем Термина, посол. Землян предупреждали об опасностях Траверса. А Сарен? Мы простим предательство Спектра, я требую вмешательства! Вы не можете ничего требовать от Совета, посол. Служба безопасности Цитадели изучает доказательства вины Сарена. Мы обсудим заключение на слушаниях, не ранее. Капитан Андерсон, вижу, вы привели половину команды. Группа, совершавшая высадку на Иден Прайм. На случай, если у вас возникнут какие-то вопросы. У меня есть отчеты о выполнении задания. Думаю, их данные точны? Абсолютно. Похоже, вы убедили Совет выслушать нас. Их это не обрадовало. Сарен их лучший агент. Им не понравилось, что его обвиняют в предательстве. Сарен представляет опасность для всех колоний землян. Его нужно остановить. Совет обязан выслушать нас. Успокойтесь, капитан. Вы уже сделали предостаточно, чтобы подвергнуть сомнению целесообразность принятия вас в спектр. Миссия на Иден Прайм должна была доказать ваши профессиональные способности. Вместо этого каким-то чудовищным образом Найлус был убит, а маяк уничтожен. В этом виноват Сарен, а не он. Тогда нам лучше надеяться, что расследование СБЦ подтвердит ваше обвинение. В противном случае Совет использует это, чтобы отклонить вашу кандидатуру. Пойдемте со мной, капитан Андерсон. Я хотел бы кое-что обсудить перед слушанием. Шепард, вас и остальных ждем в башне Цитадели. Верхний уровень. Допуск я вам обеспечу. В такие моменты я ненавижу политиков. Здоровая станция. Инопланетяне как животные, только говорить умеют. Добро пожаловать в Президиум. Позвольте мне быть вашим гидом. Добрый день, капитан. Посольство землян находится вверх по лестнице. Первая комната справа. Вы знаете, кто я? Да. Я получаю отчеты обо всех прибывающих высокопоставленных чиновниках и других знаменитостях. Как вас зовут? Чем вы здесь занимаетесь? Меня зовут Зафирия. Я административный помощник посольских служб. У вас озабоченный вид. Посольство — это центр политической жизни Цитадели. Когда вы представляете интересы триллионов граждан, приходится крутиться, как белка в колесе. Что это за место? Это Президиум, а точнее посольство Цитадели. Если у вас есть еще вопросы, обратитесь к Авине. А кто это? Авина — виртуальный гид Цитадели. Вы можете пользоваться терминалом в любое время. Мне нужно идти. Всего доброго.
До сих пор не верится, что я получила работу здесь. Цитадель — фантастическое место. Радостные приветствия. Приятно встретиться с вами, человек. Капитан Шепард, не ожидал вас здесь увидеть. Вас направил ко мне посол Удина? Мы раньше встречались? Нет, но я вас знаю достаточно хорошо. Я директор Палин, глава СБЦ. А знать о прибытии на цитадель таких, как вы, моя работа. Вы что-то хотели, капитан? Расскажите мне о СБЦ. СБЦ осуществляет охрану правопорядка и обеспечивает безопасность всей цитадели. Мы гражданская правительственная организация, но многие сотрудники прошли военную подготовку. Конечно, как представитель СБЦ в Совете, большую часть времени я занимаюсь тем, что улаживаю отношения между двумя организациями. Что вы знаете о спектрах? Они являются правой рукой Совета, или хотят, чтобы их так называли. Я бы скорее назвал их тайной рукой Совета. Что вы имеете против спектров? Я не признаю организации, ставящих себя выше закона. В частности, мне не нравится, что каждый агент Спектр может менять правила, когда ему вздумается. Похоже, вы не очень-то любите людей. Нет, я просто не доверяю вашей расе. Пока не доверяю. Вы, люди, хотите заполучить всю возможную власть, и эта власть вам достается. Если Совет хочет сделать людей своим новым ручным любимцем, это их дело, но я этого не одобряю. Совет относится к нам, как к существам второго сорта. Нам все достается с боем. С боем? Так бейтесь, но не надейтесь, что мы вам что-то добровольно отдадим. Я занятой человек, капитан. Мы закончили? Расскажите мне о расследовании, которое проводится в отношении Сарена. Извините, капитан, но я не могу разглашать подробности текущих расследований. Мне пора. До свидания, капитан. Я не верю слухам. Спутница никогда не открывает своих секретов. Конечно, нет. Иначе ее бы уже давно вышвырнули в ближайший шлюз. Это точно. И вообще, Ник, спутница — это тебе не девчонка из колонии. Она... она... Что вам нужно? О, капитан. Я могу чем-то помочь? Вольно, рядовой. Это не проверка. Виноват, извините. Чем могу быть полезен, капитан? Что вы можете сказать о спутнице Азарии? Ну, это... Она Азарии работает тут. Помогает людям по-всякому.
Вы ведь с ней не встречались, а, Фредерикс? Нет, никогда. Я не могу себе этого позволить. Только поговорить с ней уже жалование за полгода. А хотя бы где найти ее, можете сказать? Да, конечно, через мост от зданий посольств. Спасибо, рядовой, веселитесь. И держите ушки на макушке. Есть веселиться, то есть... Сейчас у меня нет времени разговаривать. Я очень занята. Приветствую, капитан. Что вам предложить? Вы знаете, кто я? Еще бы не знать. Ваше прибытие взбудоражило всех дипломатов и местных завсегдатаев. Здесь всегда что-нибудь происходит. Не соскучишься. Хотите, введу в курс дела? Расскажу, что тут есть интересного. Хорошо. Расскажите мне о станции. Ну, посольство вы уже видели. Здесь обычно все спокойно, скучновато даже. За мостом находится банк, эмпориум и покои Шаиры. Если вы о ней еще не слыхали, скоро услышите. Если нужно что-нибудь купить, поищите на рынках, они уровнем ниже. Хотите развлечься, ступайте в сверхновую или в логово Коры. Кто такая Шаира? Спутница. Она развлекает клиентов, которые могут позволить себе ее услуги. Большинство дипломатов и послов уже побывали у нее. Она очень влиятельная женщина и очень уважаемая. Расскажите мне о сверхновой и логове Коры. Ну, сверхновая, там дискотека и казино. Разумеется, там куда веселее, чем здесь. Логово Коры. Скажем так, там можно найти как развлечение, так и пулю в лоб. До свидания. До свидания, капитан. Всего наилучшего. Тут все так необычно, и я надеялся, что здесь будет больше землян. Добро пожаловать в Президиум. Позвольте мне быть вашим гидом. Добро пожаловать в Президиум. Позвольте мне быть вашим гидом. Добро пожаловать в Президиум. Меня зовут Авина, и я рада быть вашим виртуальным гидом на этом уровне космической станции «Цитадель». Так вы человек или программа? Я полностью интерактивный виртуальный интеллект, созданный, чтобы давать краткую информацию о местах, представляющих интерес на этом уровне «Цитадели». Вы можете связаться со мной через любой терминал Президиума, если вам понадобится помощь. Хорошо, проводите экскурсию. Вы находитесь у туристического терминала 1. По обе стороны от этого холла располагаются посольства различных рас Цитадели, а также штаб-квартира СБЦ. На дальнем конце этого уровня вы видите башню Цитадели, в которой регулярно проходит собрание Совета для обсуждения важных галактических вопросов. Расскажите мне о службе безопасности Цитадели. Служба безопасности Цитадели выполняет функции правоохранительных органов для всех районов Цитадели, хотя большинство офицеров служат в жилых секторах. Директор Палин, турианец, в данный момент является главой СБЦ, но под его началом служат представители практически всех галактических рас пространства Цитадели. Если вы хотите узнать больше, офис директора Палина находится в штаб-квартире СБЦ, на другой стороне холла. Расскажите мне о посольствах. В пространстве Цитадели все расы одинаково важны.
и каждый может получить консультацию по вопросам галактической политики, обратившись в свое посольство в Президиуме. Волосы были первой расой, не входящей в Совет, для которой на Цитадели открыли посольство. Это произошло 2384 галактических года назад. По мере роста пространства Цитадели, здесь открывались все новые посольства. Последнее посольство, открытое на Цитадели, принадлежит вашей расе. Оно открылось 19 галактических лет назад, несмотря на протесты местной оппозиции. Почему кто-то был против открытия посольства людей? Некоторые расы посчитали, что людям отдается предпочтение. Очень часто на открытие посольства новой на Цитадели расы уходят века. Совет уделил большое внимание этому вопросу. В конце концов, было решено, что влияние человечества на пространство Цитадели было достаточно велико, чтобы открыть посольство. Почему первым открылось посольство Волусов? В первые годы после создания Совета, Волусы, не считая Азари и Соларианцев, были самой распространенной расой в пространстве Цитадели. Они создали множество новых колоний и торговых постов и обратились к Совету, чтобы получить более активную роль в определении галактической политики. В знак признания их заслуг в расширении межзвездной торговли и создании стандартизированной галактической экономики, Волусы получили свое посольство здесь, на Цитадели. Почему их не приняли в Совет? Совет несет большую ответственность перед галактикой. Он обеспечивает флотилию Цитадели кораблями и персоналом. Он часто предоставляет экономическую помощь в случае стихийных бедствий. Было бы несправедливо перекладывать эту ответственность на расу, которая не может выполнить подобные требования. Посольства второстепенных рас дают им возможность защищать свои интересы на Цитадели. Какое презрение к другим расам. Я приношу извинения, если обидела вас. Официальную жалобу в письменном виде вы можете подать в отдел туризма и посещений. Знаете ли вы что-либо о спектрах? Термин «спектр» — это сокращение от названия «специальный корпус тактической разведки». Каждый спектр выбирается советом индивидуально. Их главная роль заключается в сохранении галактической стабильности и урегулировании опасных ситуаций, которые нельзя решить при помощи обычных политических средств. В связи с этим им предоставляются экстратерриториальные права. Спектры не отчитываются ни перед кем, за исключением Совета. Что вы можете рассказать мне о Совете Цитадели? Первоначально Совет состоял из представителей Азари и Соларианцев, двух доминирующих рас в пространстве Цитадели. Примерно 1304 стандартных галактических года назад турианцы были приглашены в Совет в знак признания их заслуг во время восстания кроганов. С тех пор три расы, входящие в Совет, работают вместе, чтобы достичь мирного сосуществования галактического сообщества при сохранении автономии каждой расы. Все не может быть так просто. Где-то обязательно должны быть проблемы. Я не запрограммирована на вынесение суждений по подобным вопросам. Мой код ограничен выдачей информации и простейшей имитацией диалога. До свидания. До свидания. Благодарим вас за использование Авины. Приятного пребывания на Цитадели.
Да ничего. Они уже 5 раз переставляли все в моем офисе. Добро пожаловать. Я Нелина. Кажется, на сегодня вам не назначено. Если желаете, я могу проверить, когда спутница сможет с вами встретиться. А не могу я просто зайти? Боюсь, нет. Понимаете, у спутницы очень много клиентов. Но вы можете назвать свое имя, и она постарается встретиться с вами. Капитан Шепард, ВКС Альянса. Отлично. Думаю, в течение 3-4 месяцев мы вас примем. Никто не стоит такого долгого ожидания. Ну, это не мне судить. Я записала ваше имя, с вами свяжутся. Что-нибудь еще? А что здесь делаете вы, Нелина? Я одна из служительниц спутницы. Многие из наших клиентов сегодня не увидят спутницу, но они все равно надеются не остаться без внимания. Наша задача сделать так, чтобы они были довольны. Чем именно вы занимаетесь? У каждой из служительниц есть уникальные способности. Некоторые успокаивают песнями, некоторые разговорами. По мере возможности мы пытаемся подобрать каждому клиенту подходящую служительницу. Моя специальность – прикосновение. Лишь коснувшись вас, я найду напряжение в вашем теле и помогу освободиться от него. Я хочу воспользоваться вашими услугами. Отлично. Я добавлю вас в список клиентов. Думаю, мы сможем принять вас через 3-4 месяца. Никто не стоит такого долгого ожидания. Ну, это не мне судить. Я записала ваше имя, с вами свяжутся. Что-нибудь еще? Кто такая спутница? Чем она занимается? Это трудно объяснить. Она оказывает разные услуги разным людям, в зависимости от того, что им нужно. Некоторые ищут ее совета, некоторые развлечений, а некоторые приходят за удовольствиями. Чаще всего наши клиенты не понимают, что им нужно, пока она сама не расскажет им об этом. Судя по вашим словам, она какой-то оракул. Нет, не в обычном смысле этого слова. Она всего лишь женщина. Женщина, которая обладает широкой душой и умеет сострадать. Я предлагаю вам записаться на прием и сделать свои выводы. Думаю, это все. Ясно. Что ж, надеюсь, вы еще вернетесь. Мы всегда рады видеть новых клиентов. Нелина? Да, Шаира? Пригласи капитана в мои покои. Я бы хотела поговорить с ним. Конечно, госпожа. Надо же! Похоже, спутница обратила на вас внимание. Она желает увидеть вас сейчас же. Куда мне идти? Поднимитесь по лестнице. Она ждет вас. Это мой первый раз. И почему я не приехал сюда раньше? Вы из Альянса? Мой брат служит рядовым на земле. Вот так достаточно близко, мой друг. Я слышала о вас много лестного с тех пор, как вы прибыли на Цитадель, мой друг. Чем именно вы занимаетесь? Зависит от того, что вам нужно. Некоторым я даю советы, некоторым — утешение. У меня есть дело, в котором вы с вашей компетенцией могли бы мне помочь. Расскажите мне, что это за дело? У меня есть друг, Септимус, турианский генерал в отставке. Не буду вдаваться в детали, но он требовал слишком многого. Мы поссорились. Теперь он просиживает целыми днями в логове Коры, пьет и распускает обо мне гнусные слухи. Если бы вы могли поговорить с ним как военный с военным, думаю, он бы прислушался к вашему мнению.
Что у вас произошло? Я слишком уважаю чужие тайны, чтобы вдаваться в подробности, мой милый друг. Если он захочет рассказать, в чем дело, это его право. Что именно я должен ему сказать? Воззовите к его воинской чести. Напомните, к чему обязывает его генеральское звание. Если вы убедите его перестать распускать обо мне лживые слухи, я буду очень благодарна. А теперь, мой друг, я вынуждена попросить вас уйти. Меня ждут клиенты. Признаться, я немного нервничаю. Это естественно. Многие нервничают, потому что не знают, чего ожидать в первый раз. Не поймите меня превратно. Я слышал о спутнице только хорошее. Просто... Неизвестное всегда нас тревожит. Мы становимся уязвимыми. Точно. Как раз об этом я и думал. Хорошо. Какой сюрприз! Житель Земли? Вы ведь очень известная фигура, да, дружочек? Ваша фамилия Шепард, так ведь? История о том, как вы пережили трагедию на Акузе, каждый раз трогает меня до глубины души. По-моему, вы слишком много знаете. Прошу простить меня, дружочек. Мое имя Барлавон. Работа обязывает меня знать все обо всех. Не подумайте, чего плохого. Информация – мой хлеб. Я, видите ли, финансовый консультант, и у меня много клиентов здесь, на Цитадели. Когда на станции появляется персона вашего уровня, я просто обязан быть в курсе. Мне нужно идти. До свидания, дружочек.